24 января, вытапливаем воск с рамок, бочка 270 литров, нержавейка, вот сюда ближе. Вторая 120 литров. Вторая 120 литров, в ней мы споласкиваем рамки после того, как отсюда забираем. Топим дровами, иногда подогреваем горелкой, чтобы закипало быстрее. Проталкиваем рамки внутрь, чтобы смыть с них воск, основную часть. Вот как раз горелка подогревает. 20 рамок за раз. 20 рамок за раз. Две рамки оббиваем и промываем. И вот, как видите, рамка в принципе более-менее чистая. Вытопили 60 рамок, теперь даем ему прокипеть и будем отжимать на воскопрессе. Воскопресс обычный, раньше им яблочный сок давили, а теперь воск. Нержавейка корзина. Да. Теперь засыпаем мерву в мешок, 3 ковша. Уже побежал воск. Теперь приподнимаем мешок и закручиваем. Внутри его здесь разглаживаем. Внизу, блин. Сверху бросаем железный диск. Вот видите, он приподнимается и выдавливает воск мервы. И переменяем ведро. Я сам, качай.
Одно ведерко примерно 4 килограмма воска. Теперь протрушиваем мерву. Так, тогда выхлоп воска получается больше. И обратно закручиваем мешок. Разравниваем. Пойдет. Вот тут один большой, не? Не, сильно большой. Ну давай три маленьких. Два. Да, ну давай. Вот, это достаточно. Пошел чистый воск. Хотя уже можно было высыпать мерву. Дальше только лопнул бы мешок, если не перевернул. Вот мерва, в ней воска практически не остается. Вот такой цветом получается у нас воск. Как для рамочного, так он довольно-таки светлый.